Конкурс состоял из двух этапов. Сначала пары должны были собрать максимальное количество репостов в соцсети, и только после этого 16 пар из 33 добрались до финала. Жетоны с именами участников поместили в лототрон, а женихи и невесты замерли, ожидая услышать свои фамилии. Нам пришлось очень хорошенько поработать на первом этапе, когда необходимо было собрать репосты с нашей записи ВКонтакте. Просто сидели, особенно моя супруга. В это время, очень помогли нам. Да, в это время находился в больнице, а прям весь бой взяла на себя вот она. Фортуна улыбнулась молодой паре Шагдару и Бутит. Ребята вместе уже год и играют свадьбу в августе. Им везло с самого первого дня проекта. Они первыми подали заявку на участие, собрали больше всех репостов, а в лотерее выпал жетон именно с их фамилиями. Решили участие принять в этом проекте. Выиграть свадьбу на миллион. Мы даже не думали, что выиграем. Вообще так неожиданно. Не думали, что шансов будет, что выиграем. Свадьба под ключ – это оптимальное решение для организации самого главного торжества в жизни. Свадебные агенты освободят победителей конкурса от лишних хлопот и договорятся обо всем – фотосъемки, ресторане, тамаде и даже выездной регистрации. А у Шагдара и Бутит появится больше свободного времени друг на друга. Василина Стаценко, Евгений Павлов, Новости дня.